Империум Групп представляет. Уважаемые дамы и господа, сегодня я вам расскажу о последних достижениях в области исследования энергоинформационных препаратов, которые выпускает фирма Power Matrix. Основы для создания этих препаратов были заложены около 100 лет тому назад отечественными учеными, которые опередили развитие науки генетики примерно на 80 лет по сравнению со своим временем. И только сейчас, когда у нас появились последние новейшие достижения современной науки и новое приборное оформление, стало понятно и ясно, каким образом можно воздействовать на организм с совершенно физиологических точек зрения и восстановить его систему, которая дана ему была при рождении. Восстановление полностью энергетической матрицы человека, которая установлена была еще в 20-е и 30-е годы прошлого века, всегда считалось трудным и невыполнимой задачей, потому что вся современная медицина и фармацевтика занимаются симптоматическими методами лечения. Но известно, что всегда легче предупредить заболевание, чем его потом лечить. Вот для того, чтобы предупредить заболевание и для того, чтобы можно было мягко, безболезненно поддерживать нормальное экологичное и гомеостатичное состояние организма, и были созданы препараты под названием энергоинформационные. Те препараты, которые действуют на всю матрицу здорового или немножко измененную больного человека, всего выпускает наша фирма 4 штуки. Первое – это энергоинформационный препарат «Матрикс Салютом», где записана матрица всего здорового, идеально работающего эталонным образом организма, и плюс добавлена энергетическая составляющая. Поскольку современный человек живет в новом мире, в мире, нагруженном электронными бытовыми приборами, и ему катастрофически не хватает энергии, которую восполнить нельзя ни здоровым образом жизни, ни здоровым питанием, ни физкультурой, ни зарядкой. Можно только получить ее откуда-либо, а получить весьма трудно. Вот для того, чтобы восполнить этот дефицит энергии, и были созданы препараты энергоинформационной направленности. Второй препарат, третий и четвертый, также энергетически насыщенные, но здесь включены матрицы уже отдельно работающих органов с тем, чтобы усилить воздействие на отдельные органы, наиболее часто страдающие у современного человека. Ну, например, Matrix Visum восстанавливает зрение до нормального. Или Matrix Lor – это все наши ухо, горло, нос, восстановление слуха и предупреждение его снижения, уровня снижения слуха. И, наконец, кожа. Неблагоприятные воздействия внешней среды, матрикс декорис. Но все препараты являются системными, поскольку энергетически они воздействуют на всю энергетическую матрицу человека, приводя ее в норму. А информационно они воздействуют или на весь организм, как матрикс салютом, или на отдельные его составляющие. Механизм действия их стал понятен, и вообще создание этих препаратов стало понятно только после того, как обратились не только к отдельным наукам, медицине, фармацевтике, химии, физике, когда обратились к квантовой физике, поскольку было установлено, что человек – это квантовый контур, и все воздействия внешние и внутренние осуществляются через воду. Когда это стало понятно, появилась и новая наука, которая называется и оформлена сейчас как биофизика воды. Когда она стала возможным? Когда было совершено 5 значимых открытий, зарегистрированных в Международном реестре открытий. Это новые законы природы, которые действуют всегда. Знаем мы о них или не знаем. Когда стало известно, что вода – основной посредник. Все знают, что без воды жизни нет.
Но вот почему нет? Никто никогда не задавался вопросом. Вода рассматривалась только как растворитель. А оказалось, что вода действует и как ритмообразующий, и как биологический катализатор. Она поддерживает нормальную работу ферментов внутри организма, она создает необходимый матрикс для воздействия всех остальных препаратов, которые есть в организме. Это среда, без которой человек жить не может. Кроме того, все внешние и внутренние воздействия и сигналы идут через воду по законам квантовой физики. И это осуществляется мгновенно, а уже организм, как костная материя, начинает со своей скоростью, гораздо более медленной, точную регулировку всех систем внутри. Но информация и энергия сохраняются в организме и помогают осуществлять более медленную работу организму по его стабилизации и нормализации. До сих пор мы не знали, а как действуют препараты точечной наводки. Нобелевская премия, которая была дана в 1916 году за открытие регуляторных пептидов, говорила и устанавливала, что есть этот факт. Но как работают данные регуляторные пептиды, было непонятно. И ранее я никогда не рассказывала о целой группе регуляторных пептидов, которые осуществляют точечную доводку общей работы организма, нормализации работы организма. И только в результате работ, многочисленных работ, которые осуществляет наша фирма, были проведены совместные исследования нескольких групп и институтов, которые показали, что работа этих точечных регуляторных пептидов также осуществляется через воду. Общая концепция взаимодействия организма с его многочисленным пулом клеток между собой и с внешней средой, как великолепного квантового контура, самоподдерживающегося, очень сложного. Ничего в него нельзя привнести и ничего нельзя унести. И вот эти препараты не нарушают ход работы этого сложнейшего механизма. Они могут только его немножечко усилить или затормозить, или нормализовать. Вот и все, что могут сделать эти препараты. Но производится это по законам квантовой физики очень точно. И для каждого происходит индивидуальная доводка, потому что каждый появляется со своей индивидуальной матрицей. И сохранение этой индивидуальности и поддержание ее нормальной работы и есть цель создания этих препаратов. И это новое слово в медицине, когда идут не от частного к общему, а от общего к частному. Нормализуется работа общей матрицы и уходят симптомы, которые современная медицина характеризует как болезнь. Помимо этой большой группы препаратов энергоинформационных, у нас есть еще два препарата. Один из них, называемый Matrix Relictum, соединяет в себе три основных свойства. Во-первых, это препарат, который осуществляет очистку организма от всех тех 30 миллионов химических соединений, чужеродных для организма, которые воздействуют на человека в современном мире. Но осуществляет эту очистку, не проникая в клетки организма, а только образуя тоненькую плеточку внутри пищевода и в просвете желудочно-кишечного тракта, взаимодействуя через сигналы, через действенные рецепторы, выведенные в желудочно-кишечный тракт. Кроме того, это единственный препарат, который осуществляет чистку клеток изнутри. У современного человека настолько загрязнена внутренняя ткань, что патологоанатомы в настоящее время обнаруживают вокруг ядра пыль у жителей больших городов. Matrix Relictum запускает ряд процессов, которые проводят ревизию внутренних отложений и накоплений и очищают и выбрасывают в межклеточное пространство все, что клеткой больше не нужно и не может
быть использовано. И таким образом время, продолжительность между делениями клетки увеличивается, а значит увеличивается и наша с вами продолжительность жизни. И это единственный препарат, который на сегодня может это делать. Кроме того, Matrix Relictum нормализует иммунитет, восстанавливает микрофлору, восстанавливает эпители желудочно-кишечного тракта и положительно влияет на геронтологические свойства организма и нервно-психические расстройства, предупреждая ряд таких заболеваний, как аутизм, старческое слабоумие и так далее. И это все делает Matrix Relictum, полностью энергетически насыщенный препарат, работающий по законам квантовой физики.